В следующем году ты станешь самым востребованным автором в Голливуде. Что сделает тебя самым высокооплачиваемым сценаристом в мире? Где подписать? Коммунизм не просто далекая угроза. Его самые опасные агенты рыскают здесь, в Голливуде. Их необходимо разоблачить. Это наши главные враги. Обвинение. Почему кино? Почему мы? В нашем деле мы постоянно работаем под прицелом объектива. Предатель. Поймав нас на слове, они делают себе славу. Моя 35-миллионная аудитория читателей хочет, чтобы предатели были уволены. Арест. Мистер Трамбо, являлись ли вы когда-нибудь членом коммунистической партии? Меня обвиняют в преступлении? Подсудимый признает свою вину в оскорблении Конгресса. Черный список. Ни одна киностудия не станет иметь дело с коммунистом. Они не имеют права. Мы будем делать то, чего от нас никто не ожидает. Работать. Что вы думаете о черном списке? О чем? Черный список был, есть и будет, как черный рынок. Я напишу тебе сценарий за 12 сотен. И ты не хочешь поставить на нем свое имя? Нет, это ты не хочешь. Заплатите старику, он же гений! Тебе звонят. Кто звонит? Кирк Дуглас. Я снимаю картину о человеке, который восстал против всего мира. А название? Спартак. От режиссера Джея Роуча. Слушай, сколько я тебя знаю. Рассуждаешь ты как радикал, а живешь как богач. Не думаю, что ты хочешь потерять все это ради принципов. И продюсера фильмов «На обочине» и Харви Милк. Снимем блокбастер и окажемся на вершине. И тогда вся эта гнилая структура рухнет. Уволь Дальтона Трамбо, иначе мы отстраним тебя от дела. Полагаю, мы не договоримся. Все будет хорошо. Ты не осознаешь, что можешь потерять. Это война! Просто война! Скажи мне на ушко название своего секретного фильма. Может, я о нем слышала? «Римские каникулы». Мы сделаем это. Мы можем их побить. Мы можем победить! Трамбо.